Вот, друзья, у нас появился новый член стаи — шипирок. Маленькая девочка, 4 месяца. Получается, у нас уже одна девочка уже 10 месяцев будет скоро. Один юнкер. И одна малышка. Вот так они резвятся на снегу. Очень нравится. Сегодня бешеный юнкер прибежал. Сегодня комфортная погода, снежок небольшой. Парашют, или как, падает. И шиперк раздолье по чистому снежку. Погода теплая, близко к нулю. Несколько градусов мороз. 2-3, очень комфортно. Дочка по правилу уже 10 месяцев быть. Конечно, втроем им веселее. Потому что Бетти, она помоложе, у нее энергии побольше. Хотя, глядя на юнкера, не скажешь. Но временами, когда юнкеру надоедает, тут с малышкой они играют. Она очень игривая. Интересно очень наблюдать за собаками. Юнкер! Все трое. И у всех разный характер. А где мелкая, Варя? А? Несси! Несси! Переживали сначала, что ЮНЕСКО нашу новую будут обижать, взрослые. Но не тут-то было. Она себя в обиду не дает. Иногда даже приходится на нее немножко прикрикнуть, чтобы она не мучила наших взрослых собачек. Она такая еще... Боевая. Боевая, да. Ты видишь, как она на, типа, на холмике, да? Несси! Несси! Несси, Бетти! Спасибо.